Семь ветров, смотровая площадка на Андреевском перевале в горах над Новороссийском. Отсюда открываются превосходные виды на город-герой Новороссийск и всю Цемесскую бухту. Название «Смотровая площадка» получила благодаря одноименному ресторану, который был построен здесь в 50-х годах прошлого века. Вокруг него еще ходили разные легенды, ну а в настоящее время ресторан снесен. Серпантин, ведущий наверх горы, вполне может попасть в список самых красивых дорог мира. Место, конечно, необыкновенной красоты. Наверное, поэтому каждый турист считал своим долгом посетить это место. На сегодняшний день дорога на 7 ветров закрыта, но наслаждаться этими прекрасными видами можно благодаря этому видео. И если оно вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.